Зула выжила в Бориславском гетто. Но с каждой акцией число оставшихся в живых евреев сокращалось с тысяч до сотен. В подвале дома ее теток было сооружено убежище, но было ясно, что рано или поздно, возможно, очень скоро, поскольку украинские полицейские начали обыск за обыском, его обнаружат. Зула вспоминала, как-то в феврале 43-го года миссис Ковицки вошла в кабинет тети Рахелы. Она была одета в черное и рассказала моей тете о трагической смерти своей 15-летней дочери. Затем моя тетя спросила миссис Ковицки, не согласится ли она спасти жизнь дочери еврейской матери в память о своей собственной дочери. Когда скорбящая мать сказала «да», я стала племянницей в кавычках Ковицки, и они взяли меня в свой дом. Чтобы узаконить это предприятие, для меня были куплены всевозможные оригинальные и поддельные арийские документы. Среди этих документов было свидетельство о рождении умершей польской девушки, и я стала Иреной Борек. Конец цитаты. Рассказ Зулы продолжался. Я любила своего «дядю Эмиля» в кавычках и свою «тетю Софи» в кавычках, но мое пребывание там стало ненадежным. Дядя Эмиль построил для меня убежище над верандой, доски которой вечером отодвигались, чтобы я могла прийти на ночь. Но однажды соседи спросили, правда ли, что Ковицкие прячут еврея в своем доме. Ввиду этой новой опасности было принято решение поселить меня у родственников дяди Эмиля в городе Санок. 3 июня 43-го года меня тайно крестили, дали четки и молитвенники Янки, дочери Ковицких, и научили основам катехизиса. Мне сказали, что Святая Мария теперь спасет меня. Мне было всего 14 лет, и мне приходилось притворяться во многих вещах. Смогу ли я это сделать? Теперь я была дочерью Владислава и Ольги Борек, урожденной Партыки, польских патриотов, которых советы сослали в Сибирь. Опасность подстерегала на каждом шагу. Цитата. «Когда мы с дядей Эмилем сели в поезд до Санока, я увидела пациентку моей тети, которая пристально смотрела на меня. Она выдаст меня? Пожалуйста, Святая Мария, не позволь ей этого сделать!» Затем в поезд вошел немецкий жандарм, взглянул на меня и заявил: «Du bist doch eine Judin! Ты, конечно, еврейка!» Снова и снова дядя Эмиль настаивал, что я польская католичка, его племянница. Мои документы тщательно проверяли, в то время как пациентка тети Рахелы молчала. Документы прошли проверку, но когда я увидела насмешливые выражения на лицах других пассажиров, я подумала: «Они все знают, что я еврейка». Но я сказала: «Это не первый раз, когда меня принимают за еврейку». Затем я встала у окна и ничего не чувствовала, вообще ничего, пока мы не прибыли в Санок. Конец цитаты. Каждый момент спасения мог иметь свои ужасы как для души, так и для тела. Цитата. «Поднимаясь в гору к своему новому дому, я увидела, что на тротуаре под нашими ногами были надписи на иврите. Когда я поняла, что это были еврейские надгробия, моя душа заплакала. Потрясенная мрачной реальностью, я чувствовала себя загнанным в ловушку животным. На обочине дороги стоял туалет, и я бросилась к нему, запершись внутри. Я не видела смысла идти дальше и искала способы покончить с собой. Но дядя Эмиль продолжал уверять меня, что я буду в безопасности. Вокруг дома были деревья и цветы, и в этой безмятежности я начала верить, что, возможно, я выживу. В следующее воскресенье я пошла в церковь со своей новой семьей. Я была внимательным наблюдателем, подражая мелодичным молитвам и ритму стояния и преклонения колен. В тот день я вернулась в пустую церковь, и, стоя перед статуей Святой Марии, я умоляла ее сохранить мне жизнь, давая клятвы благодарности. «Спаси меня! Пожалуйста, спаси меня!
Если ты это сделаешь, я буду верить в тебя до самой смерти». Постепенно мои страхи исчезли. Люди относились ко мне по-доброму, но, конечно, они не знали моей истинной сущности. Снова и снова я видела, как евреев везли на смерть. В Саноке больше не было евреев, поэтому я с ужасом представляла, что их обнаружили в их укрытиях в польских домах. Конец цитаты. Освобождение пришло летом 44 года с приходом советских войск. Зула осталась с семьей, которая спасла ей жизнь. Затем, более чем через год, в октябре 45 года, она узнала, что ее сестра Рена выжила в концентрационных лагерях в Германии. Она вернулась в Польшу и жила с двумя тетями, которые также выжили, а затем жили в той части Германии, которая была аннексирована Польшей после войны. Они хотели, чтобы Зула присоединилась к ним, но позже она писала. Цитата. «Как я, ревностная католичка, собиралась жить в семье евреев? Поскольку мои родители и вся моя еврейская семья были убиты, я решила остаться польской католичкой до конца своей жизни. Я поехала в Валбжих и сказала сестре, что не поеду с ней в Германию и куда бы она ни отправилась оттуда. Наши пути с Реной разошлись навсегда». Конец цитаты. Зула Хас прожила всю свою послевоенную жизнь как католичка. Она вышла замуж за поляка-католика, будущего члена польского правительства и министра общественных работ. И их сын, и их дочь стали ведущими польскими врачами. Только через 55 лет после окончания войны Зула обратилась к своему еврейскому прошлому. Как написала ее сестра Рена, бывшая учительница биологии в средней школе в США, цитата, «она присоединилась к организации «Дети Холокоста» в Варшаве и позволила нам рассказать ее сыну и дочери правду. Только сын решил признать свое еврейское происхождение. В августе 99 года он присоединился к своим еврейско-американским кузенам, чтобы прочитать кадиш на братской могиле Майданика, где находился прах его еврейского деда». Конец цитаты. Для многих евреев, таких как Зула, спасение означало обращение в христианство, погружение в новую веру и чувство принадлежности к религии спасителей. Это была цена. Наказание с точки зрения строго ортодоксального иудея, которое было заплачено сотни, даже тысячи раз за дар жизни. Город Бжезаны находился в центре Восточной Галиции. История взаимоотношений между поляками, евреями и украинцами в городе с 1919 по 1945 год была недавно написана Шимоном Редлихом. Он заканчивает благодарности в своей книге благодаря Кароля Кадони и Танку Концевич, цитата, «без которых я бы не выжил, чтобы рассказать эту историю. Именно им за их гуманность среди варварства и посвящается эта книга». Конец цитаты. Шимону Редлиху было 5 лет, когда евреев Бжезан заставили переселиться в гетто. Во время одной из акций, в ходе которой сотни евреев были согнаны и убиты, он прятался на чердаке вместе со своей матерью, бабушкой и дедушкой. Через некоторое время жара на чердаке с его жестяной крышей стала невыносимой, и жильцы начали уходить, ища лучшее укрытие. «Однажды ночью моя мать взяла меня за руку, и мы пошли в соседнюю деревню», — писал он позже. «Стебли на пшеничном поле были высокими, пахли спелостью лета. Мы постучались в несколько дверей, но никто не хотел нас впускать. Мы вернулись на чердак и остались там». Конец цитаты. Много лет спустя он прочитал о том, что случилось с молодой девушкой Герминой, которая была с ними на том чердаке. Цитата. «Однажды эта девочка спустилась вниз и была перехвачена людьми,
которые пришли грабить заброшенный дом. Она подкупила их, и они отпустили ее. Чудо, что нас не выдали все те, кто покинул чердак и, вероятно, были пойманы немцами. Теперь на чердаке осталась наша четверка, еще один мальчик моего возраста с бабушкой и одинокая старушка. Нашей непосредственной проблемой было найти еду. Конец цитаты. Дед Редлих решил, что единственный способ выжить – связаться со старым знакомым, польским слесарем Станиславом Кодогни. 50 лет спустя сын Кодогни, Кароль, рассказал, как поздно ночью дедушка и женщина, цитата, «постучали в нашу дверь. Моя мать дала им горячего молока, и они сказали мне пойти и принести немного картошки. Мы также дали им свежеиспеченного хлеба и немного лука. С тех пор, когда старик приходил к их двери, Кодогни давали ему мешок с едой, которую они приготовили заранее. Но они жили в постоянном страхе, что его могут поймать немцы, или что их другие усилия по оказанию помощи евреям могут быть обнаружены». 40 лет спустя Кароль Кодогни написал Шиману Редлиху: «Наш дом находился недалеко от гетто, и за нами постоянно следили. Тем не менее, мы смогли помочь нескольким людям, которые сбежали из гетто. Днем они прятались у нас, а ночью продолжали свой путь. Я не знаю, сколько из них выжило». Конец цитаты. В течение нескольких месяцев убежище оставалось нетронутым, но затем новые жильцы начали готовить квартиру этажом ниже. Когда дедушка и мать спустились по лестнице по пути в Кодогни, вспоминал Шимон Редлих, в двери появилась женщина и предупредила их, что если мы не уйдем в течение дня или двух, она сообщит о нас в полицию. Нам пришлось уходить и быстро. В то время младшая сестра моей матери Мальция и ее молодой и красивый муж Вово прятались в Радже, деревне недалеко от Бжезани. Танка Концевич, молодая украинка и мать двоих детей, чей муж был отправлен на принудительные работы в Германию, держала их в своем доме со времени облавы «Юденрайн» в кавычках. Танка навещала Кодогни и передавала нам сообщения от Мальции. Через несколько часов после того, как новый жилец потребовал, чтобы мы уехали, дедушка Фишел, переодетый старухой, пошел к Кодогни и попросил их передать срочную записку Мальции в Радже. Моя тетя уговорила танку принять нас всех. На следующий вечер мы с мамой спустились с чердака. Улица была покрыта снегом, на углу одинокая фигура, маленький сын Кодогни, Кароль. Когда мы подошли к нему, он прошептал: «Идите за мной и молитесь Богу». Дальше по улице их ждала женщина. Это была танка Концевич. Конец цитаты. Цитата. «Кароль ушел, и мы пошли за украинкой. К этому времени моя хромая мать уже еле ходила. Мои собственные мышцы, должно быть, атрофировались на чердаке, и я едва мог двигать ногами. В итоге танка несла меня на спине, держась за руку матери. Мы медленно тащились по толстому хрустящему снегу к Раджу. Время от времени мать глотала горсть снега. Когда я спросил танку полвека спустя, что она помнит о той ночи, она сказала мне, что я был маленьким, и у меня болели ноги. Она также вспоминала, что прогулка заняла несколько часов, так как она предпочитала окольную дорогу через поля. Должно быть, мы добрались до ее дома на рассвете. Я до сих пор чувствую вкус свежеиспеченного белого хлеба и горячего молока. Я не мог поверить своей удаче, когда мне пообещали, что отныне я смогу есть столько хлеба и молока, сколько захочу. После еды мы впервые за несколько месяцев искупались в теплой ванне». Конец цитаты.